Наша объективная реальность – это компьютерная игра. Прежде наша жизнь протекала в виртуальной фазе, и мы почти полностью находились внутри гигантского компьютера под названием «Земля». Программа игры делала, что хотела, поэтому различные моменты истории не коррелируют друг с другом. В 1531 году Мартин Лютер и другие запустили распечатку нашей реальности в вещество. Стали возникать физические материальные объекты – люди, территории, города и другое. Распечатка шла 422 года. На протяжении этих лет мы продолжали свою жизнь, но одновременно существовали и уменьшающаяся виртуальность, и увеличивающаяся материальность. К 1953 году она была в основном закончена. Мир стал почти полностью материальным. Звезда – это мужская ипостась. Когда звезда падает на Землю, то происходит оплодотворение Земли новыми смыслами. А то, что осталось от звезд – это Кремли. Древние крепости в виде звезды – проекции звезд. Современные – попытка повлиять на программирование. Город – это единица переселения. Заселение Земли шло городами. В наше время уже не идет. В конце Ренессанса, 1631 год, климат стал наиболее холодным. Случился пик малого ледникового периода. Похолодание было вызвано тем, что в это время шла материализация городов, людей и прочего. Поэтому и падали температуры. Названия всех городов и рек образованы от имен героев главного мифа. Это результат распечатки. Все названия давались автоматически по месту распечатки. В наше время названия топонимов формируются из событий, генерируемых человеком. Что более реально, сложно сказать. Для мира информации тела – это иллюзия. Из событий 3D-мира более реальным является распечатанный 3D-мир. Столица каждого государства – это стол. Престол, столовая гора – это то место, где материализовалось это государство. Москва – такая столица, поэтому ее называют первопрестольной. В столице цветовая форма жизни материализуется в наш мир. Одевает нас, как свое тело. Через Москву материализуется душа для всей Земли. Когда человек идет в воплощение, это тоже происходит через Москву. Первоначальные события истории происходили в Царьграде. Он – та самая Белая гора, которую создала уточка главного мифа. Такие преобразования возможны в 11D, но не в 3D. Это Белая гора – остров Балчух, то есть Белый, а море-океан – та самая река Ра, на которой первоначально прилетела уточка – это море под Москвой. Теперь Москва плавает на острове посреди этого моря, которое оказалось под городом. Сварог – это олицетворение этого острова, то есть белого камня, Балчуга. А Перун – это тот, кто первым вышел на поверхность Балчуга.
изначально. Уточка приводнилась в том месте, где сегодня стоит памятник Петру Первому, то есть памятник первой птицы. Причистенская набережная напротив памятника – это то самое место. Сам остров Балчуг – это исток Сварога. Вторая точка – место, где сегодня храм Христа Спасителя. Раньше на этом месте стоял памятник Перуну. Третья точка – дом Алябьева, дом лебедя, той самой уточки. И Боровицкий холм, чье название образовано от слова «бора» – это центр собора города. Четвертая точка – от манежа, то есть от могилы Мессии, по Кутафьевскому мосту в Кремль. Пятая точка – из Кремля через Красную площадь в Китай-город. Шестая точка – Таганка. Седьмая – Швивая горка. Восьмая – Павелецкая. Девятая – Серпуховская. Десятая – Парк культуры, то есть Райский сад. Одиннадцатая – Киевская. Киевская, то есть Черная Русь. Двенадцатая точка – Белорусская, то есть Белая Русь. Тринадцатая точка – Марьина роща, то есть кладбище, место смерти. Четырнадцатая точка – Красносельская и Электрозаводская, время электрического бога. Пятнадцатая точка – площадь Ильича и Авиамоторная, время революции и авиации. Шестнадцатая точка – Волгоградский проспект, время Великой Отечественной войны. 17-я точка – автозаводская, ИЗИЛ, время Советского Союза. 18-я точка – крымская, сегодняшний день, направление на юг. 19-я точка – будущее, через Ленинский проспект в Сколково. Семь первых богов, которые сотворили наш мир, это первый – Ра, второй – Волыня, третий – Уточка, четвертый – Сварог, пятый – Лада, шестой – Русалка Рось, седьмой – Перун. Это семь столпов созданного ими мира, семь его холмов. На этих семи холмах стоит Русь. Этим семи богам возведены сталинские высотки. Все высотки были сданы в эксплуатацию парами, по две высотки. Первая высотка – жилой дом на Котельнической набережной. Высота ее 176 метров. Была возведена с 1948 года по 1952 год. Посвящена богу Ра. Здесь размещен тот самый котел Таган, в котором располагается река Ра. Отсюда название местности Таганская. Эта высотка единственная, которая находится по отношению к другим за рекой Яуза. В исторической местности за Яузье. Ныне это Таганка. Такое расположение высотки показывает, что она, находясь в положении из-за реки, является началом новым для этой местности иностранным. Вторая высотка – высотное здание на площади Красных Ворот. 138 метров. 1947 года – начало постройки и 1952 года – окончание постройки. Посвящена супруге бога Ра, Красной Девице Волыне. Красные ворота символизируют влагалище или устье. Первая пара высоток – Ра плюс Волыня –
построенных к 1952 году, запустила процесс окончательной материализации нашего мира. Два генератора в виде этих двух высоток стали создавать наш материальный мир путем волновых процессов. Ра – это наполнение волны, то есть информация, образы, алгоритмы, смыслы. А волыня – это та самая несущая волна, которая распространяет смыслы Ра, держит их в себе, транслирует их и так далее передает. Третья высотка. Главное здание МГУ. 240 метров. 1949-1953 годы. Посвящено уточке. Это здание находится на правом берегу реки Москва, где стоит и гостиница «Украина». Территория, направленная к МГУ, сильно вдается в реку, изгибая ее в виде утиного клюва. Вся топографическая картинка говорит о том, что уточка как бы ныряет в Москву-реку и достает с того света землю. Третья высотка – единственная, чья форма четко обозначает структуру инфериометровых волн. Горизонтальный разрез здания показывает, что оно имеет две чаши – крылья здания, выполненные в виде смыкающихся периодов волны, и центральную часть, выполненную в виде узла этой волны. Узел – это то место, где два столкнувшихся периода волны создают зону высокой плотности и тем самым переводят вещество из жидкого состояния в твердое. Это и есть генерация той деятельности, которую произвела уточка, ведь она сбила творожный остров Балчуг из молока молочной реки Москвы. Время строительства третьей высотки, 1953 год, располагается между временем создания первой пары Ра и Волыня, построенных к 1952 году, и второй пары Сварог и Лада, построенных к 1953-54 годам. Это ковш, который развивался уже из той самой утицы, которая породила наш мир. А дальше идет разработка образа той самой утки. Вот она в виде такой лебеди, где уже ее тело заменено хрусталем всевозможных корон. Четвертая высотка. Жилой дом на Кудринской площади. 156 метров. 1948-1954 годов постройки. Это храм Сварога. Кудри – это волна, символизирующая уже не столько процесс сбивания творожной суши из молока, сколько затвердение волны. Это подобие пенопласта, когда материал, состоящий из застывших волновых структур, пузырьков, становится твердым. И это та самая физическая концепция современного мира, которая построена на атомах. Волновой электрон движется вокруг ядра, и таким образом получаются все вещества материального мира. Сварог – это концепция, то есть совокупность алгоритмов, физических сил и процессов, которые описывают строение вещества изнутри. То есть формируют описание того, каким образом информация складывается в алгоритмы более высоких порядков, приводящие к появлению твердых структур. Пятая точка. Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации, 172 метра, 1948-53 годов постройки, посвящено богине Ладе.
Эта высотка олицетворяет собой переход туда, за пределы Старого Света, в новый мир, весь остальной мир. Лада – это Богородица и прародительница людей всего мира. Она выдает форму из того наполнения, которое сформировали алгоритмы Сварога. Если Сварог – это алгоритм внутреннего строения вещества, то Лада – это матрица печати вещества в форме материальных объектов. Именно поэтому Лада, с одной стороны, является и прародительницей богов, то есть алгоритмов самого процесса печати, алгоритмов форм, алгоритмов самой материи. С другой стороны, она является прародительницей всех людей, как специфических алгоритмов, работающих на использовании всех предыдущих. Допустим, чтобы распечатать сферическую голову человека, необходимо за формой сферы обратиться к соответствующему богу, алгоритму генерации формы сферы. Шестая высотка. Гостиница «Ленинградская», 136 метров 49-54 годов постройки, посвящена русалке Росе. Вторая и шестая высотки, Волыня и русалка Рось, расположены рядом, на северо-востоке композиции. Это женская территория Москвы. Гостиница «Ленинградская» названа так по советскому имени города Санкт-Петербург, который построен в честь русалки Роси. Но также имя высотки дано и по распространенной в те годы кличке Ульянова «Ленин», которая обозначает спящую красавицу Елену. Именно она, находясь в спящем состоянии, будучи усопшей, смогла родить дочь по имени Сатана, богиня весны, которая и стала прародительницей всего остального нашего материального мира. Седьмая высотка. Гостиница «Украина», 206 метров, 1953-57 годов постройки. Она посвящена богу Перуну. Семантика такова. Украина – это Киев, а персонаж по имени Кий – это Перун. Поэтому на гербе современного Киева размещен бог Перун в виде охристианиного ангела. Седьмая высотка, Украина, располагается на противоположном, правом берегу молочной реки Москва. Такое расположение седьмого генератора демонстрирует, что новый мир находится за рекой, как и описывает главный миф. Именно с этого генератора начинается тот мир, который мы знаем как наш мир, как материальный мир, как материальный наш мир, в котором мы и живем. В этой паре высоток – Ленинградская русалки Роси и Украина Перуна – интересно то, что первая высотка закладывалась в старом мире и возводилась еще во времена до материализации. Вторую высотку, высотку Перуна, начали возводить как раз в тот год, когда началась материализация нашего мира и завершилось строительство в 1957 году. Этот генератор был создан уже в материальное время, и он транслирует саму нашу материализацию. Первые
6 высоток материализовали в 1953 году сам мир. А 7-я высотка, высотка Перуна, материализовала человечество. Эти боги были реальными правителями России примерно 600 лет тому назад. Если считать тех, кто проектировал сталинские высотки реальными людьми, то они и знать не знали об этих богах. Но прошито это в бессознательном у всех, даже у атеистов и дарвинистов. На месте храма Христа Спасителя стоял монумент, посвященный Астинье. Этот персонаж – Аздаха из рода Еги. Его именем назван город Астана. Сталинки в Москве, как пирамиды в Египте, являлись материализаторами цифрового пространства. Материализаторы, воздвигнутые на 7 холмах Москвы, распечатали цифровую Русь в веществе. В начале 2000-х годов Георгий Георгиевич Рогозин рассказывал мне, что по официальной версии КГБ русские люди пришли на Землю по Лучу. Тогда я ему не особо поверил, но теперь получается, что луч – это очередное начало координат и трансформации. И русские люди пришли по лучам через сталинки, которые и были построены к 1953 году. Это материализацию в стиле СССР символизировали красные звезды на указанных высотках. Восьмая высотка – административное здание в Зарядье. Она стала олицетворением материального государства России. Это здание символизировало саму страну Советов, то есть страну Сатаны, богини весны. Поэтому в 1940 году к проекту привлекли архитекторов братьев Весниных. Советский период стал фундаментом нашего мира, материализованного в виде государства Россия. Отсюда возникла легенда, что первоначально в здании якобы собирались разместить Совет народных комиссаров, и, мол, от него остался только фундамент. Стилобат здания был заложен к весне 1953 года. Эта дата, 1 марта 1953 года, является датой материализации нашего мира. Первым государством материального мира стала именно Россия. На построенном к 1953 году стилобате возвели гостиницу «Россия». Она стала символом государства Россия. Полеты в космос для страны Советов стали символом ее реального существования и могущества. 7 февраля 1977 года с космодрома Байконур был осуществлен запуск советского пилотируемого космического корабля «Союз-24». Номер корабля олицетворял 24-й год существования материального мира. С 1953 плюс 24 года получался как раз 1977 год. Но экипаж этого корабля был уже не советским. Горбатков В.В. и Глазков Ю.Н. Фамилия персонажа с корнем горб олицетворяет изменение направления развития.
появление новой горы или пирамиды, генерирующей новую действительность игры. Фамилия Глазов олицетворяет тот самый глаз, всевидящее око, располагающееся на вершине такой горы и горящее там. Может показаться, что это фантастика, но уже на следующий день после запуска советского космического корабля 8 января 1977 года в атаку на Русь пошли орды адамитов из команды армянского ковчега. В Москве прогремело 3 взрыва, осуществленных армянскими националистами. Приземление корабля «Союз-24» было запланировано на 25 февраля 1977 года. И в этот же самый день, 25 февраля 1977 года, в здании «Россия» произошел крупный пожар. Гостиница сильно пострадала, ее не стали восстанавливать. Причиной возгорания назвали невыключенный паяльник, который умудрился поджечь одновременно и 5-й, и 11-й, и 12-й этажи здания. августа 1977 года, в тот же самый год, атомоход «Арктика», первым из надводных кораблей, достиг Северного полюса Земли. Это был старт новой эпохи, в которой вместо одной центральной белой горы по имени Ра-Россия возникли две белых горы – Арктика и Антарктика. 7 октября того же 1977 года была принята новая конституция, Конституция нового Советского Союза. И 9 октября 1977 года состоялся очередной старт космического корабля, но уже с номером 25, «Союз-25». Экипажем в нем стали два персонажа с фамилиями – Коваленок ВВ и Рюмин ВВ. Коваль – это эпитет Перуна, открывателя, кователя, куевы, кия новой земли, Арктики, скованной льдами. Рюмин – это прямое указание на то, что эта земля, новая земля, станет новым Римом, Рюмом, Румом, Римом. Предназначение космических полетов в том и состоит, чтобы с самого верха заявить о каких-либо перестройках на Земле. Белая гора – это обитель Сварога, Бога. Альтернативой ей является синяя гора – Синай. Она – обитель змея, Господа, Энки. На Синай-горе стоит город роботов – Сион. На Синай-горе предводитель роботов Моисей получал указания. 40-летний поход из Египта, место их производства, был инициирован Господом, как покупка роботов. Он говорил: «Я, Господь ваш, Бог, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами». Ударение на слове «там» поставлено специально. Господь сделал роботов своими рабами, запугивая и стращая их. Господь просто купил себе в Египте роботов и перенаправлял их на место постоянного базирования, где они будут работать на Господа. То, что это были боевые роботы, закупленные для захвата обжитых земель, явно следует из других книг Библии. Господь их ввел на ту землю, которую
они должны были для него завоевать. Следующий поворот нашей страны в другую сторону осуществил другой горб – Горбачев М.С. И через 40 лет, с 1953 включительно по 1992 включительно, орды ведомых Моисеем роботов добрались до Руси. В самый последний день года, 21 сентября 1993 года, роботы в СССР начали военный государственный переворот. Кровавую бойню устроил мертвец Ельцин. Его имя буквально обозначает «мертвый» или «мертвец». Точно так же, как имена Елисей, Елизавета, Елисейские поля мертвецов. И роботы разогнали Верховный Совет. Расстреляли советскую власть, устроили «Черный октябрь» и захватили Россию. 5 сентября 1994 года мэр столицы Юрий Лужков попытался восстановить гостиницу «Россия», надеясь разместить на этом месте государственные органы – Совет Федерации и Государственную Думу. Но в ответ премьер-министр приказал мэру Москвы Сергею Собянину на месте России разбить парк развлечений – символ уничтожения государственности в России. 9 сентября 2017 года открыл эту песочницу, и все было бы так грустно, если бы мы не знали, что над всеми этими стоят русские боги, которые играют в свою странную игру, но которые никогда нас не оставят в беде. Глиняные куклы будут побеждены и отправлены в свои египетские песчаные могилы, где они будут стоять до следующего прихода темных сил.